Всем хаешки, с вами я, Александр, это канал AimBot, и сегодня мы играем в Clash Royale. А для чего же мы здесь собрались сразу же? Есть спецпредложение, которое мы можем приобрести эпический сундук. Вот так вот. 20 эпических карточек нас там ждет, но у меня не хватает немножко средств денежных, вот этих вот золотых монеток. Попытаемся сейчас вскрыть ящики и получить с них вот эти вот монетки. Приступаем. Открываем и смотрим, что мы здесь получаем. Получаем мы следующее. Я думаю, у меня включен звук в колонках. Нет, не включен. Это у меня только наушники. Извиняюсь за такую небольшую паузу. Вот, окейшки. Окейшки. Пока ничего хорошего, ничего нужного не выпало. Золота нам все хватает. Вроде как бы я просмотрел, конечно. Ну и, в принципе, вот что мы получили со всего этого. Да, денег достаточно, и поэтому продолжаем открывать наши сундучки. Да, эпический сундук 9 арены открываем. 10 тысяч голды стоит этот золотой. Эпическое зеркало, блин, ну, я одно время играл. Эпическая карта принц, да, тоже неплохо. Ярость, ну, блин, ну я вот таким ничем не играю на данный момент, это все для меня не нужно и все это бесполезно. Может, конечно, я и начну играть тем же принцем, может, я там тоже зеркало буду разыгрывать, но вот эти пока карты. Ярость, в принципе, тоже народ играет, но вот скелетов я почему-то не видел, чтобы ими играть, я даже и не пытаюсь ими играть и не вижу, чтобы кто-то играл. Как карта, не знаю, честно. Если что-то вы знаете, можете написать и рассказать, что да как. Бесполезные карточки мы получили. Ну ладно, может кто-то когда-нибудь будет их запрашивать, поэтому мы будем их жертвовать. А вот я запрашиваю дракончика. Скелетов я не буду отдавать, посмотрим, что вообще что здесь происходит. Также просят дракончиков, также просят скелетов. В принципе, это все мне и самому нужно будет. Что еще можно сказать? Плохо, что мы не набили еще пока что сундук клановый. Так бы мы его тоже бы открыли. Ну вот, что можно еще сделать? Давайте попробуем просто, наверное, куда-нибудь отправиться, я не знаю. Ну, давайте просто в классическое испытание, наверное, зайдем, побьемся здесь. А почему бы и нет? Конечно, 12 боев там, или сколько, да, 12 боев мы вряд ли с вами продержимся. А если продержимся, то это будет очень-очень долго. А зато здесь разные всяческие рандомные аренки выпадают, поэтому посмотрим, может кто-то где-то не играл, поэтому мы все это увидим. Сразу фаербол запускаем, потому что противник сидит тупит и, походу, не хотел ничего запускать, пока мы не походили в первый ход. Давайте поставим башню, давайте мы поставим скелетов и пока будем разносить все здесь, обороняя здесь башни нашей и пытаться потихонечку что-нибудь сделать эдакое. Так, все. Или не все, да? Все. Блин, он дракончика поставил. Дракончик, вот он не в тему сейчас был, на самом деле. Башня наша улетела. Значит, что... Блин, да что ты будешь делать? Я же пытаюсь что-то выставить. Что за фигня? Такая вот лажа происходит. Так, здесь побежал кабанчик этот, поэтому быстренько его контрим вот так, как есть, и от кабанчика особо большого толку не было. Единственное, что вот здесь вот мы много уже жизни с вами потеряли, но, в принципе, мы уже вот здесь компенсируем все это. Здесь эти миньоны летят, они мне не очень нравятся, поэтому нечем зачищать, к сожалению, приходится использовать именно фаербол. В принципе, здесь более-менее сравняли мы вышки, здесь мы выиграем по вышке. Так, опять вы. Давайте сделаем вот так вот. И будем ждать. Так. Секундочку. Все, да, атака пошла. Все, мы ставим миньонов, быстро зачищаем это, и все, он даже не успевает нам вынести вышку. От этого тоже толку у него не будет. И мы можем спокойно побежать еще вот кабанчиком. Надо было немножко его пораньше выпустить. Ну да ладно. За окном какие-то сирены, что-то происходит. Ну, я думаю, вы это не услышите.
Значит, да, минус вышка, это отлично. Ставим дракончика, все. Нам теперь главное задефиться, и мы победим, ребятки. Вот так вот даже. О, там еще под прикрытием кабанчик бежал. Кабанчик, кабанчик. Если мы будем ходить вот так вот, и не подумал, вот так вот сделаем еще к тому же. Ну и что? Кто тут победит тогда? Так, так, давайте пытаться разнести главную вышку, если получится, если конечно, получится. Блин, съедает моего дракончика, это плохо. Ну, от вышки, в принципе, немножко, 357 жизни остается у вышечки. Прям совсем чуть-чуточку, надо бы как-то пробиться, продержаться. Все, сейчас мы, наверное, победим. Добиваем, давай. Есть, успели. Я думал, мы не успеем, честно, поэтому немножко сделал паузу, потому что, блин, не знаю, напряжно все это было. Тем не менее, мы победили. Первая победа наша, на самом деле, в принципе, легкая победа. Давайте смотреть, что будет далее. Прям с вами небольшую боевочку сделаем. Я не знаю, конечно, сколько бы тут боев бы не было. Я думаю, я вам все не покажу бои, потому что, ну не знаю. В любом случае, я не осилю вам все показать, потому что это очень-очень много будет боев. И прям немножко я, видите, как карты я периодически меняю, потому что приходится менять, экспериментировать, что лучше, да как. По крайней мере, пока я стал использовать вот эту вышку, в принципе, она очень неплохо помогает вот так вот контрить противника, поэтому это очень классно. Нужная вещь, если, конечно, не против толпы, то она, в принципе, спасает много положений, когда как. Когда как. Файр полетел, но он как-то немножко необдуманно все это сделал, потому что мы сейчас будем запускать дракончика сюда, мы вот эту уже вышку с вами в любом случае зачистим файером, поэтому можно пытаться убивать вот эту пока вышку, чтобы башня не срабатывала. Вот как-то так вот, ребятки. А что, ты мне отдаешь прям вышку прям так? Ты все сдался? Да ладно. Ну окей. Окей, тогда ладушки. Если ты сдался, то без проблем. То значит без проблем. Сейчас мы быстренько все это расчистим, вынесем и победим, и все. В принципе, больше тут ничего не нужно нам. Противник немножко отдал вышку и, в принципе, я не знаю, перестал играть. Ладно. Видать, он понимал исход битвы, что мы в любом случае ее не упустим, заберем, а пробиться ему, возможно, не получится. Может, испугался карточек. Я думаю, здесь рандомные арены, на самом деле, но почему-то арена именно вот это выкидывает, по-моему, да? Я что-то уже не обращаю внимания просто-напросто. Без понятия. Без понятия, если честно. Потому что я не замечаю на арене, я сражаюсь, больше смотрю на поле битвы и что здесь, в принципе, творится и происходит. Вот. Так, отличненько. И добиваем. О, какой ты. Ой-ой, вот это уже не очень. Вот это прям вообще уже не очень. Это очень плохо. Очень-очень нехорошо, очень отвратно и очень плохо. Блин, он сейчас нам все тут поразнесет нафиг. Ладушки. Будем пока атаковать вон ту вышку. В принципе, мы нанесли больше урона, больше дамага, нежели чем противник. Поэтому будем надеяться, что у нас все получится и мы затащим. Так, дракончик всего второго слияния. Поэтому он очень-очень слабенький у него. Ну, он сам, в принципе, боец восьмого очка. Поэтому, я думаю, мы затащим против этого бойца. Ну и, в принципе... В принципе, у нас получается, ребятки. В принципе, все хорошо. Надо добить пару вышечек, и все будет у нас норм. Значит, что сейчас делаем? Какие действия? Пытаемся, наверное, зачистить вот эту вышку. Поэтому начинаем выставлять здесь драконов и атаковать с этой стороны. Тем более, что здесь у нас более сильная вышка, и стягивать... всю войну вот сюда вот, я думаю, нам будет проще. Дракончик у него слабее, поэтому мы уже тут выигрываем. Миньончиков тоже туда запустим. Он, возможно, запустит еще шар вот этот свой. Ну, в любом случае, шар не шар. В любом случае, ему очень тяжело будет сейчас, потому что он подпустил нас очень близко к своей вышке главной.
И все, и он уже проиграл, можно сказать. Даже ничего не буду выставлять, вы сами видите, что тут в принципе произошло. Вот. Долетел дракончик, а дракончик долетает, значит все. Значит все, если он присосался и его никто не тревожит, то победа по-любому неизбежная. Три подряд победы у нас, мы ни разу не проиграли. И я даже не знаю, до какого момента записывать видосик. Потому что это вышечка. Вышечка, и в принципе ты не добежишь, колобок. Нет, добежал. Колобок добежал. Так он играет вышками, да, понятненько. Что же нам сделать? Нам можно сделать что-нибудь вот такое вот. А, вот так, да, ты делаешь. Окей, окей. Окей, окей. Сейчас мы будем запускать фаер вот таким образом, потому что мне вот эти вышки все не нравятся, что он там понастроил. И давайте вот так вот сделаем. Бах! Минус. Одна вышка и минус, считай, вторая сейчас уже будет. Быстренько мы их зачистили и, в принципе, можно теперь поиграть. А, против нас великан. Выступает великан. А, сделаем, что сейчас мы запустим скелетов. Запустим я дракончика для начала. Потом запустим скелетов. Блин, а вышку мы не успеваем поставить. Потом ставим тогда дракона. Если ничего не получается, значит просто делаем, ставим дракона и зачищаем все это. Так, так, так. Отличненько. Не совсем, конечно, отличненько, но мы здесь вытаскиваем. Понеслись. Да, твои никчемные гоблины сейчас здесь вообще ничего не решат. Потому что твои вышки там уже просто кранты наступают. А, и... Все, что ты сейчас пытаешься сделать, это просто ни о чем. По крайней мере, сейчас, если дракончика никто не тронет, то тут уже будет все по-другому. Да, он уже проигрывает, ему уже тут ничего не спасает, ничего не может так же сделать. Четвертый поединок за нами. Мы со счетом 4-0 уже опять же побеждаем. Сегодня, по крайней мере, бои складываются хорошо. Наверное, еще минут пяточек я вас помучаю видосиком. И, наверное, на сегодня это все. Я там бои доиграю. И все. И в комментариях я вам расскажу, с каким счетом закончил. Потому что, на самом деле, я бы, может, и оконцовочку вам бы записал. Но не делаю это по одной простой причине. Потому что у меня почему-то бывает, когда я долго записываю видосы, происходит следующие вещи. У меня просто вырубается программа и не всегда сохраняется видос, когда очень длительные. Поэтому я боюсь, не знаю почему, не знаю. Но бывает такое. Вот. Как-то так вот. Выиграем мы с вами. Выиграем. Опять 7 минус. Очень много башни сделали. Дракончик. Еще один дракончик. Много дракончик. Сейчас вот этого вот сюда поставим. И все, да, все. Так, надо срочно вот это все зачищать. Тут полный бардак происходит. Тем не менее, мы не отдали нашу вышку. И то, что он свое бревно запустил, это просто ни о чем. Он сделал сейчас такой выбор. Потому что сейчас вот присосется вот этот дракончик, и в принципе здесь будет ему просто трындец. Вот, пока он отвлекается, а там мы немножечко еще укусили за башенку, за основную. Ну, то, что там укусили, это ни о чем. Сейчас главное, что нам сделать? Нам главное задефиться. Задефиться и вот таким вот образом, наверное. Чтоб он сильно не атаковал, поэтому мы промахнулись просто-напросто. Блин, мы промахнулись, ребятки. Сейчас вышки будет звездец, больно. Нет, вышку он не снес, но надо, короче, запускать кабанчика. Кабанчика, иначе будет все совсем плохо. Там вышку пытается он грызть. Пытается грызть вышку и... Блин, бревно докатилось и убило. И убило все. Печально. Так, ты мне надоел своим луком. Ты мне тут все жбешь, и мне это напрягает. Чувак. Такими темпами можно и проиграть, ребятки. Слишком рано я радовался, слишком недолгие наши победы, походу, были. Так. Срочно что-то делать. Вот так вот делаем. Убиваем всех. Тебя тоже убиваем. Вот таким вот образом. Немножечко мы по вышке проигрываем, ребятки, но...
Я думаю, мы затащим с вами. Попытаемся, по крайней мере. Бревно полетело. Немножко побило наших. Так, миньоны давайте быстренько расчищайте. В принципе, у него ничего такого нету. Поэтому можно, можно законтрить все это дело. Законтрить быстренько. Так, 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 так. Давай, фаер, фаер, фаер. Отлично. Фаер долетел. Ну, немножко не то произошло. Но тем не менее. Вышка. Срочно нужна вышка. Срочно нужны скелеты. Надо, короче, все это зачищать каким-то образом. Также срочненько ставим мы. Блин, наши вышки просто звездец происходит. Мы проиграли. Чуть-чуточку мы не дотянули. Там осталось у нас еще 3 минутки, 4 минутки видосика. Давайте позаписываем еще, посмотрим. Первое поражение, 4 победы и первое у нас поражение. Начинаем дальше бой. А, заставочки, как хорошо здесь, просто замечательно. Они прям вот такие малюсенькие, они вот такие короткие. Поэтому радует. Не радует то, что мы выиграли поединок и потом проиграли резко. Вот это было, конечно, не очень хорошо. Было очень стрёмненько. Так, стапаешь, стапаешь, куда ты рванул? Не надо мне ломать вышку, не надо вообще никаким образом ничего мне ломать. Давай, иди сюда своими миньонами. Дракончика запустим. Также ты сейчас вот это, мы вот это сделаем. И, в принципе, твой дракон уже не дракон. А вот мы твою вышечку сейчас будем немножечко ломать. Это не может не радовать. Давай, кабанчик, рещи, рещи, кабанчик. Такое чувство, что он либо сдался. Нет, не сдался. Либо, я хотел сказать, копит на что-то. На что-то такое серьезное, сильное. Но он просто удар молнии вот это вот сделал. Вышку мы быстренько также отвоевали, и теперь остается дело за следующим, зачистить вот это вот все. Зачистить это не долетает, шар его воздушный, и в принципе бомба упала, видите где, как говорится, в молоко, в молоко, промазал противник, не долетел, не довез ее, вот, чуть мы немножко эликсиры не пожгли, заговорился. Ну и полетел дракон. Полетел дракон. Побежал еще вот он. И давайте сразу фаер готовим. Потому что он сейчас что-нибудь может здесь выкинуть нехорошее. А нам ой, как не хочется нехорошего. Ты зря все это, мужик, делаешь. Или кто-то там играешь, я не знаю. Потому что тут иероглифы. Я вообще с трудом понимаю, что тут что-то означает. Ну, дракончика ставить против... О, да. О, да. Да, дракончик против громовержца неэффективен, потому что громовержец ему сбивает атаку. Вот. Пятая победа, одно поражение. И, наверное, на сегодня последний поединочек. Поединочек сделаем мы. Вот, а я там дальше продолжу. Или, может, все-таки я оконцовочку битвы запишу, остальное просто все вырежу, не знаю. Я бы мог попытаться, конечно, и все записать, ну, немножко рискованно, и фиг знает, что будет. Непредсказуемо. Так, дракончик такого же. Слияние четвертого у нас. Усиление. Вот. Так, дракончик на дракончик, а ты вот давай вот сюда вот. Ты сюда, там плюс вышка еще помогает дракончика слить. Здесь, конечно, немножко прорвался. Ну, окей, ладно. Криво поставил вышку, ну и бог с ней. Покоцал он нам вышки немножко больше, чем мы. Ну, я думаю, мы это сейчас компенсируем как-нибудь. Компенсируем, просто попробуем драконом также присосаться к вышке и, в принципе, все. И тогда исход будет уже ясен и понятен. Так, медленно его противник медленно идет довольно-таки. Ну, попытаемся сейчас все-таки законтриться. Да, вот этого сейчас законтрим, в принципе. И тогда исход победы будет за нами. Так, ты полетел сюда. Отлично. А, он туда рванул, да? Ну, ладно, ладно, как бы... Не суть важно, не суть важно, надо просто все это каким-то образом зачистить. Так, 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 блин, нашего дракончика ломают, это плохо. Ну, немножко миньоны долетели и сравняли
А ничего мы не сравняли. Мы тут много потеряли. Поэтому, в принципе, мы проигрываем, ребята. Мы проигрываем. Если так пойдет, мы можем проиграть. Прям. Очень-очень можем смело проиграть. Дракончик пошел первый. Смотрим, что будет предпринимать противник. Предпринимает противник. Ставим башню срочненько. И запускаем второго дракона. Да, все. Все, не помогла вышка. Поздно мы его поставили. Поздно все произошло. Все поздно произошло. Все плачевно, все печально. Все. В принципе, вышке тоже трындец пришел. Он ничего здесь не сделает. Ничегошеньки. Так, скелеты пошли. Вы пошли. Ты пошел. Ну, да, я понимаю, что там сейчас громовержца просто тупо разломали. Но тем не менее. Тем не менее, мы... Пытаемся защитить свою вышку, прежде всего. Прежде всего поступить вот таким образом. Ай-яй-яй-яй. Просто жесть, что там творится. Надо срочно что-то делать. Файер запустил, но он уже улетел в молоко также. Ну, окей. Главное сейчас дракончик, если присосется. Блин, вот мешает он нашего дракона в этот момент ломает. Ломает нашего дракончика. Давайте срочно еще запускать дракона, еще запускать все это. Тут подкрадывается противник. Я его даже не заметил изначально, если честно. Смотри, что делать. Дефится. Дефится, причем очень-очень так яростно, очень сильно пытается защититься. Ну, я думаю, мы как-нибудь попытаемся сейчас все-таки что-нибудь сотворить. Блин. Да что ж ты будешь делать? Что же ты будешь делать? Мы пошли ломать просто его вышки. Это хорошо, это круто, классно. Срочно ставим башенку. Башенку ставим. Башенка нам поможет, если... Так. Нет, не надо туда, не надо. Никаким образом туда не надо. Так, отлично. Отлично, нет, не отлично. Не отлично. Так, срочно. Кого-нибудь нам надо. Кого-нибудь нужно сюда. Так, вышка остается прям чуть-чуточка. Все. Файер не долетел. Ну, тяжелая битва. Жалко, что мы не разломали все-таки основную башню его. Вот, как-то так. Победа у нас какая уже? Шестая, победа. Со счетом 6-1 мы, по крайней мере, играем. Блин, ну давайте писать видосик, я в принципе продолжу, так что, наверное, продолжу озвучивать видосик. Может быть, я его целиком и выложу. Кому интересно будет, те посмотрят. Кому не интересно, могу просто промотать в конец и все, в принципе. И посмотреть то, что захотят. Так, окейушки. Сразу миньончиков тогда сюда. И, в принципе, немножко он на нас напал. Там, одним этим гоблином. Ткнул копьем нашего лучника. Так, ледяной. Вот так. Делаем все вот так вот, красивенько. И также отправляемся своим кабанчиком тоже туда. Ой-ой-ой. Ну, ударь хотя бы разок. Ударил он разок, на самом деле, не того, чего я хотел, получилось. Ну, да ладно, блин, дракон полетел. Нафига он туда теперь один полетел без всего? Так, задеваешь? Задень. Ну, в любом случае, он сюда забежал и отхватил. Сравняли мы по вышкам, по жизням. Будем надеяться, что... Блин, ну ладно, дракончик, в принципе, его сейчас быстренько сожжет, и мы сейчас еще кого-нибудь туда отправим. Громоверса, что ли? Ой-ой-ой-ой, нет, надо лучше бы скелетов, наверное. От скелетов было больше проку бы. Конечно, все классно, что он... Так, скелеты, давайте, скелеты. Скелеты на себя удар принимайте. Блин, удар, да не удар. Полная фигня получилась. Ладушки. Ладушки. Так. Вышка, срочно. Отличненько. Оу. Так, давайте пробовать. Я не знаю, получится, не получится. Громовержца надо туда тоже отправить.
Блин. Вот трешак происходит же. Смотри, как он задефился очень неплохо. Неплохо задефился. Так, блин, наша вышка просто вздыхает. Это меня вообще никак не радует. Ладно, понял тебя. Понял тебя. Давайте как-то, не знаю, прорываться. Вот чем прорываться, как прорываться, непонятно на самом деле. Так, так, куда побежали? Нет, мы проиграли здесь. Проиграли, видите? Как только я сказал, что все заканчивается, все, игра решила, что на этом и пора сворачиваться. Проиграли мы поединочек, у нас счет 6-2. Конечно, больше побед у нас, но последнее поражение, и тогда все. Тогда все, просто мы заканчиваем здесь. Пишите в комментариях, до скольки побед вы проходили вообще это испытание, не проходили, до скольки побед вы доходили. Вообще пишите что-нибудь об этой игре. Кстати, да, меняется здесь аренка. Вот на этой арене я еще ни разу не участвовал. Я даже не знаю, если честно, что за эта арена. Вот. Так, мы разметнулись с одной стороны, почему бы нет? Это неплохо с одной стороны. Жахнем, бахнем. Скелетики эти никчемные, они не добегут. А вот то, что вот этот вот бежит на нас, чувак разъяренный, это не есть хорошо. Надо его немножко развернуть. И... Так, что он там распланировал его? Так, стоп, стоп, стоп. Ты сейчас прям никогда на нас не согришься. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Вынес немножко нам вышку, я чувствую, мы сейчас тоже бой сольем. Не будем, конечно, там пессимистами, как говорится, да, то есть думать о плохом, но я вижу, что мы можем слить здесь. Мы можем, и тут ничего не поделаешь. Будем дефиться, значит, будем дефиться. Пускай либо он будет сейчас на нас ходить, либо он просто будет... Либо он просто будет сейчас еще что-нибудь делать. Так, как же жахнуть-то так хорошо? Давай жахнем вот так вот. Почему бы и нет? Сразу поставим дракончика. И он не хочет сейчас своего этого ставить. Так, 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 так. Отличненько. Давай сюда. Вот он сейчас как раз его поставил. Поставил. Тем не менее, мы сейчас, если что, мы можем разыграть еще одну вышку. Поэтому купим эликсиры. И туда пошел, да? А, у него он, короче, с зеркалом играет. Все, я понял. Он играет через зеркало. Давай ставить миньонов. Срочно сюда. Сюда ставим сразу скелетов. Скелетов. Вышки наши, скорее всего, пришел трындец. Трындец вышки пришел. Так, вот так. Так, дефим, 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 ребятки, дефим, пока получается нам задефиться. Или не получается. Так, давай срочно сюда. Ты пойдешь сюда? Отлично, отлично, давай сюда, сюда, сюда. Агресс, 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 отличненько. Миньоны, миньоны, он пытается просто жестко нас пытается вышками этими забомбить. Бомбами. Чё за фигня? Я думал, там у меня кто-то сражается, там у меня никто не сражается уже. Печальная тоска. Так, ставим вышку по-любому. Нам нельзя сейчас проиграть просто никаким образом. Просто нам надо выжить. Выжить и все. И больше ничего не обсуждается, как говорится. Так, 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 отличненько, отличненько. Давай-ка вот так вот сделаем. Ничего не вижу, что там дополнительное время вижу и все. И что там еще было написано? Так, дракончик нам нужен. Также вторую башню ставим. Две башни, это хорошо. Две башни, это будет неплохо. Довольно-таки так, бомба, это плохо. Поэтому на бомбу сейчас не обращаем внимания. Блин. Блин. Смотри-ка, что происходит. Плохо, 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 ребятки. Плохо, срочно. Блин, ну, у нас только есть в запасе дракончик. Дракончика давай все-таки ставить. Вышка, 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 срочно вышка. Вышку тоже срочно ставим. Дракончик давай в нужное место давай. Срочненько.
Вот так вот сюда, нет, не ходи туда. Тебе там делать нефиг. Нефиг тебе делать там вообще никаким образом. Стоп, скелеты, стоп, все, стоп. Стопэшечки. Стопэшеньки, не надо. Смотри, что он делает. Он просто-просто избивает нас своими бомбами. Блин, ну мы будем дефиться до последнего. Я попытаюсь ввести в ничью, но хотя еще держаться очень долго. Все это очень тяжело, все это очень болезненно. Получится, как не получится, не знаю. Ну, по крайней мере, будем стараться, стараться продержаться, стараться будем дефиться, будем стараться вообще что-то делать. Блин, давай, дракон, присасывайся туда, куда-нибудь, куда-нибудь присасывайся. Я, конечно, понимаю, что тяжело, нет, не получается нам прорваться. Не получается просто никаким образом. Не ходи к вышке, иди сюда лучше. Иди вот сюда, вот так вот. Отличненько, отличненько, пока. Пока вроде более-менее полный трындец происходит, конечно. Ребятки, очень тяжелая битва. Нет, не ходите сюда, не ходите. Блин, все, снесли. Ведьму все-таки снесли. Не удалось нам продержаться. А все, что стоило? Стоило мне сказать, что видос заканчивается. И на этом все закончилось у нас с вами. Счет 6-3, ребятки. Вы досмотрели, в принципе, до конца весь поединок. Смотрим, что мы получаем. Получаем мы 590 золотишко. Получаем разряд, обычная карта. Получаем редкие эликсиры. И получаем вот этих мышек. Не знаю, качаете вы их или не качаете. Мне кажется, это бесполезная карта вообще. На самом деле, ну, не знаю. Не знаю, она... Да, она мало стоит. Но как-то я даже не знаю. Мне она прям никак не понравилась, и я ей вряд ли, наверное, буду играть. Пытались вы ей играть, не пытались, расскажите вообще, что из этого получается, как у вас, в принципе, все это получается. Пишите в комментариях, коротенько, я прочту. На сегодня это все, понравилось видео, значит, вот такой вот палец вверх, да, сами понимаете, уже должны давно понять и знать, что надо ставить такие вещи. Вот, также не забывайте подписываться на канал YouTube, кликать на колокольчик, чтобы не пропустить последующие всяческие разные видосики, включая и по этой игре, подписаться в группу ВК, и всем до встречи, всем пока, ребятушки.